Ну что, дорогие друзья, всем привет! С вами снова Юля. Сегодня у нас на обзоре доступные долгоиграющие умные часы от компании BlackU, которые с 11.11 будут предлагаться за $24.99. Плюс первые 80 заказавших часы получат беспроводные наушники в подарок. Предложение неплохое, так что есть повод перейти по ссылке под этим видео. Итак, распаковка умных часов, в которую вошли техдокументация, сами часы, кабель для зарядки, еще один мягкий плотный ремешок, это приятный бонус от компании, и вторая половинка силиконового ремешка. Сами часы W50 Pro получили пластиковый корпус с рамой из цинкового сплава по краю дисплея и стеклом на тыльной панели в районе датчиков. Сама металлическая рама возвышается над передней поверхностью, чтобы минимизировать нагрузку на экран при падении или если положить часы экрана вниз. Также есть защита от попадания воды и пыли по стандарту IP68 и защита от падения с высоты до 5 метров. Плюс часы будут оставаться работоспособными при температуре от минус 30 до плюс 70 градусов по Цельсию. На правом боковом торце есть тиснение в виде обозначений боковых кнопок. Верхняя отвечает за включение экрана, переход в меню, назад на главный экран и длительное нажатие позволит полностью выключить гаджет. Нижней кнопкой тоже можно включить и выключить экран, вернуться назад в предыдущий раздел и более длительным нажатием вызываем меню «Спорт». На левом торце тоже есть тиснение, которое говорит о защите от воды. И здесь же на боковой грани есть выделенная красным цветом кнопка для включения фонарика. Но свет будет исходить от светодиода, расположенного справа. Правда, нужно учесть, что при нажатии на кнопку сначала загорается экран и только потом длительным нажатием активируется сам фонарик. Выключается в той же последовательности, но и еще под красной кнопкой находится большой динамик. Ну что ж, дорогие друзья, теперь нам надо включить сами часы и привязать их к нашему смартфону. Скачиваем приложение из Google Play и устанавливаем на смартфон. Благодаря подсказкам часы легко активируются в приложении. Помимо этого, в помощь вам есть еще и справочный раздел с картинками. Но если все-таки возникнут вопросы, задавайте, мы ответим. Теперь сам TFT-экран, получивший размер 1,45 дюйма и разрешение 360 на 360 точек, плюс заявленная яркость до 700 нит, и это даст вам возможность видеть информацию на экране даже при самом ярком солнечном свете. Осталось отметить, что сам экран защищен прочным стеклом Panda Glass с технологией защиты экрана от следов, оставляемых вашими пальцами. Яркость можно регулировать в настройках часов или в меню быстрого доступа, проведя по экрану свайпом вниз. В этом же меню есть возможность воспользоваться режимом «Не беспокоить», также активировать режим энергосбережения, загрузить QR-код, при необходимости включить слив воды и перейти в настройки часов. Здесь на первом месте стоит функция дисплей с такими режимами, как настройка яркости, время работы экрана,
выбор циферблата часов на главном экране. Здесь будут доступны 7 встроенных вариантов. Можно выбрать вид меню из 8 доступных шаблонов. И замыкает список возможность активировать поворот запястья для включения экрана. Возвращаемся, дорогие друзья, в главное меню настроек и видим раздел «Звук и вибрация», где можно включить только вибрацию, звук и вибрацию или все полностью убрать. Ну и чувствительность вибрации тоже можно настроить. Далее идут такие режимы, как «Не беспокоить» и «Экономия», мы их уже видели. Следующий раздел «Телефон» даст возможность активировать Bluetooth или наоборот выключить сопряжение. Включение следующей функции позволит отображаться сообщением сразу на экране, но и замыкает список настроек такие стандартные разделы, как «Язык», «Система» и «О часах». Если мы проведем свайпом вверх от низа экрана, то получим возможность просмотреть полученные уведомления. Здесь можно удалять сообщения по одному или очистить сразу все. Свайпом влево от правой грани экрана можно получить быстрый доступ к избранным функциям часов, которые обладают расширенными возможностями для мониторинга повседневной активности, здоровья, погоды и так далее. То есть вам не нужно постоянно заходить в приложение, чтобы увидеть более подробную информацию. На экране часов вы и так все увидите по максимуму. Это очень удобно. Также раздел «Избранные» можно настроить под свои предпочтения. Теперь, дорогие друзья, посмотрим на само меню встроенных функций, которое нужно будет вызвать свайпом от левого торца на главном экране. Я буду говорить только о тех функциях, которые мы еще не видели. Итак, здесь мы можем воспользоваться возможностью позвонить. При этом будут доступны три варианта. Это недавний, клавиатура для набора номера телефона вручную и контакты, которые вы занесете предварительно в приложении. Далее идет раздел «Спорт», который предложит достаточно большой выбор спортивных упражнений. Их можно при необходимости дополнять новыми. Сами записи упражнений будут заноситься в спортивный журнал для мониторинга своих достижений. Их можно удалять, не заходя в приложение.
Здесь же в меню можно воспользоваться компасом, если в этом есть необходимость. Есть калькулятор, который за вас быстро сделает необходимые расчеты. Можно воспользоваться таймером и секундомером. Оба прекрасно справляются со своей задачей. Можно завести будильник прямо здесь на часах и установить дни, когда он будет играть, а также при необходимости отложить звонок на 10 минут, что очень удобно. Функция «Фонарик» имеет 4 режима работы. Это включение, увеличение или уменьшение яркости, режим SOS и выключение фонарика. Вообще хочу отметить, что фонарик довольно яркий, и хорошо, что он светит не экраном, а имеет отдельное окошко. Что еще нужно отметить, дорогие друзья, так это возможность управлять музыкой и ее громкостью на смартфоне, не доставая его каждый раз, когда вам нужно включить или выключить музыку. Помимо этого можно воспользоваться камерой, чтобы расстояние не было помехой для съемки фото. И еще одна нужная функция – это поиск телефона, ну, если не знаете, куда его положили. Ну и на досуге есть возможность поиграть в игры. В доступе будут 4 варианта. Сами часы имеют просто отличную емкость аккумулятора. Это 960 мАч. И здесь обещается до 30 дней пользования часами в режиме несильной нагрузки. Мы не смогли посадить аккумулятор за несколько дней интенсивного пользования часами. Поэтому их можно рекомендовать тем людям, для которых важна долгоживучесть часов на одном заряде. За производительность отвечает чип, который обеспечивает наличие в часах Bluetooth версии 5.3. И это говорит о том, что проблем со звонками, получением сообщений и привязкой к смартфону не будет. Но осталось только посмотреть на приложение. Главная страница отдана, как всегда, под данные, которые мониторят датчики на часах. При этом каждую функцию можно открыть и посмотреть более подробную информацию. Есть возможность редактировать количество этих функций. Thank you.
Вторая страничка – это спорт, где добавили возможность скачать несколько доступных фитнес-программ. Мне нравится такой подход в приложении. Здесь же будет в доступе релаксация с помощью природных звуков. Их тоже нужно будет предварительно скачать. Ну и, дорогие друзья, если это раздел «Спорт», то, соответственно, здесь будет доступна запись тренировок с возможностью отслеживания их на местности. Все прекрасно работает, замечаний нет. На третьей странице отображается подключенное устройство, и здесь настраивается связь часов со смартфоном. Функций немало. Здесь вы ставите разрешение на получение уведомлений с тех соцсетей, на которые вы подписаны. Заносите те контакты, с которыми хотите быть на связи. В дополнительных настройках можно взять готовый шаблон для отправки SMS при отклонении звонка, а можно написать свое уведомление. Также здесь нужно будет настроить мониторинг датчиков здоровья и активировать нужные напоминалки. Помимо этого, на третьей странице находится большой выбор циферблатов. Но если захочется поставить что-то свое из галереи, то и такая возможность здесь есть. И четвертая страница – ваш профиль. Здесь тоже есть кое-какие настройки и обратная связь для помощи в каких-либо вопросах. Ну что, дорогие друзья, вроде бы все рассказала и показала. Будут дополнительные вопросы, задавайте, мы ответим. Снова напомню, что часы BlackU W50 Pro уже доступны для предзаказа, и их можно будет купить по очень хорошей стоимости на официальной странице компании на AliExpress с 11.11. Ссылка будет стоять, как всегда, в описании под этим видео. И осталось только подвести итог. Часы понравились своим большим функционалом и доступной ценой. Нужно отметить хорошую связь с телефоном. Также приятный бонус – это отличная емкость аккумулятора, которая позволит часам достаточно долго работать на одном заряде. Помимо этого, мониторинг датчиков не вызывает нареканий и вся информация перед глазами. Плюсуем сюда еще и большой яркий экран с хорошим разрешением и большим выбором циферблатов. Просто огромный выбор спортивных упражнений. Компас, отдельный фонарик, будильник, встроенные игры, калькулятор и дополнительный мягкий ремешок. Так что смотрим и определяемся. Ну а на сегодня это все, и я, как всегда, не прощаюсь с вами. Не уходите от нас, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на наш канал тех, кто еще этого не сделал, не забывая при этом нажимать на колокольчик, чтобы одним из первых получать новые видео с нашего канала. С вами была Юля и канал Новых Технологий. Всем пока-пока!